Саранске завершился очередной вид финальных соревнований второй всероссийской летней спартакиады спортивных школ. На этот раз в столице республики собрались сильнейшие молодые пловцы нашей страны. За награды состязаний со 2 по 4 июля боролись в общей сложности более 200 спортсменов из 16 регионов. Это юноши до 14 лет и девушки 11-12 лет, имеющие подготовку не ниже 2 спортивного разряда. За 3 дня участники разыграли 34 комплекта наград во всех олимпийских дисциплинах плавания. Местным ребятам зайти на пьедестал почета не удалось. Тем не менее, некоторые из них показали достаточно высокие для себя результаты. Результатами своими мы довольно частично, потому что некоторые проплыли лучше своих, некоторые спортсмены проплыли лучше своих результатов. У нас 7-е место на дистанции 200 метров комплекс, 200 метров баттерфляй проплыла наша спортсменка Ирина Советова. 8-е место на дистанции 100 метров баттерфляй. Также этой спортсменкой, и она улучшила свой результат. Мордовские пловцы не так давно получили в свое распоряжение 50-метровый бассейн, поэтому высоких результатов от них ждать было тяжело. Похожая ситуация у обнинской дюсш по плаванию. Она была основана 4 года назад, и за этот короткий срок ей удалось добиться определенного прогресса. В этом большая заслуга тренера школы, серебряного призера чемпионата Европы, участника Олимпийских игр в Афинах, а ныне тренера Максима Кузнецова. Его воспитанники на минувшем турнире завоевали 8 наград и стали четвертыми в общекомандном зачете. Советовать тут бессмысленно. Просто надо работать, гореть, чтобы глаза горели, чтобы было желание воспитывать детей, потому что дети – это наше все. И чем лучше мы им воспитаем, тем лучше будет им дальше. На спартакиаде были показаны достаточно высокие для соревнований такого уровня результаты. В частности, двое участников, будучи кандидатами в мастера спорта, проплыли свои дистанции выше норматива мастеров спорта, что для пловцов такого возраста большое достижение. Данила Зайцев из Санкт-Петербурга и Анастасия Сорокина из Краснодара стали главными триумфаторами спартакиады. Оба завоевали по 5 медалей, только у Данилы все эти награды золотые. Наибольшее количество медалей завоевали воспитанники школы Олимпийского резерва «Юность Москвы». На их счету 20 наград, в том числе 6 золотых. Их конкуренты из Санкт-Петербурга 7 раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Но при этом по общему количеству наград уступили. На 3-м месте в командном зачете завершили соревнования представители Краснодара. Юрий Осипов, Александр Гурьянов. Наши новости.